Детское радио представляет. И изобретения, и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто об очень сложном. С Крутилкиным, Вертелкиным все возможно. С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире, ну и ну. Новости науки. С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире, ну и ну. Новости науки. Ну и ну. Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Со мной и со мной. Крутилкин! 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 Так и знал. Не отвечает. Значит, все-таки динозавр его съел. Вертелкин, что за ерунда? Какой динозавр? Динозавры давно вымерли, так что никто меня съесть не может. Да и вообще, я невкусный. Не знаю, Крутилкин. Если мне не динозавр, то значит, летающий таракан или какой-нибудь зверь из тропиков. Наверняка не где-то здесь, Крутилкин. Нет здесь ни летающих тараканов, ни огромных варанов, Вертелкин. Мы же у нас в лаборатории. Какие тропики? За окном дождь и мокрый снег. Это ты тут развел тропики. Жара, еще свет какой-то странный, розовый, и куча неизвестных мне растений. Так что, думаю, динозавры тут где-то все-таки это прячутся. Может, под столом? Провода от компьютера грызут, Крутилкин. Растения известные, Вертелкин. Помидоры, а еще перцы и салат. Я их теперь по науке выращивать буду. С фитолампой. Это она розовым светом светит. Без фитолампы растениям света не хватает, и они расти плохо будут. Это, конечно, здорово, Крутилкин. Вот только фитолампа у тебя совсем не научная. С такой большой урожай не вырастить. Подтверждаю. Может, и не научная, однако на салат действует. Вот, заговорил. Да это я только с вами разговариваю, из уважения. Лампа у вас, Крутилкин, несовременная. Ученые уже давно кое-что получше придумали. Да, Крутилкин. В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ ученые разработали такую фитолампу, которая позволит значительно увеличить урожайность. Я как увидел, что у тебя тут семена и рассада, сразу попросил нам ее на испытание прислать. И я салат под нею расти буду. Ого-го как! Эту лампу, между прочим, программировать можно. Это как это программировать? Ну, смотри, Крутилкин. Ты, значит, свою фитолампу включил, и все, она, значит, работает. А в новой фитолампе можно выбрать режим работы под каждое растение, понимаешь, свой. И урожай будет просто гигантский. А зачем нам гигантский, Вертелкин? Я только на обед, чтобы свежая зелень была. Да что вы, чем больше овощей, тем лучше. Особенно это для жителей севера актуально. Знаете, как там сложно что-то вырастить? А фитолампа поможет. Ее и в теплицу можно установить. Я полезный и вкусный зеленый салат. Всегда я у вас на столе. Расту я на грядках и на огне. Встречи с вами всегда я рад. Мечтаю и я больше прочих вещей. Собою заполнить весь мир. Всем по латуку и всем овощей. Я приглашаю вас на зеленый пир. Но вкусный и сочный зеленый салат без света совсем не жилец. Зачахнут без света укроп и томат. В тоску впадет огурец. Но под фитолампой мне классно расти. Вкуснее я день ото дня. Сочный, полезный, зеленый салат ждет вас зеленью свежей маня. Крутилкин, ты че это там это, листаешь? Книгу, справочник. Какой еще справочник? Это же сказка «Джек и бобовое зернышко». Ты что, Крутилкин,
к великанам забраться хочешь? Да нет, Вертелкин, там в сказке растение выросло до небес и все. А с нашей новой фитолампой мы его вырастим таким, таким, таким! Каким таким, Крутилкин? Чтоб до луны достало! С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире, ну и ну! Новости науки! Ну и ну! Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Программа создана при информационной поддержке национального проекта «Наука и университеты» и «Десятилетие науки и технологий». Подробнее об инициативах, проектах и мероприятиях читайте на сайте наука.рф.